проезд к микрорайону Солнечный в новоюжном районе столицы с завтрашнего дня, 27 ноября, будет закрыт. Во время производства работ, строительства дороги по улице Солнечной, по бульвару Солнечный, в данном микрорайоне вынуждены перекрыть существующий проезд через дамбу, как мы видим, в связи с необходимостью строительства разворотной площадки, которая предусмотрена проектно-сметной документацией. Проехать к микрорайону можно будет по временной дороге со стороны аэропорта. Проезд к домам по проспекту Тракторостроителей останется прежним. До конца года строительство четырехполосной автодороги, которая проходит по микрорайону Солнечный через улицу Асламаса и с выездом на проспект Тракторостроителей, должно завершиться, заверили в администрации города.